Сегодня я покажу небольшой комплекс упражнений. Кому понравится, можете выполнять со мной. Каждое упражнение я буду повторять по 10 раз. Буду повторять медленно, не спеша, поэтому легко можно выполнить вместе со мной эти упражнения. Ноги на ширине плеч, наклоняемся. Правую руку ставим на правое же колено и делаем левой рукой упражнение из одной стороны в сторону, в другую. Повторяем 10 раз. Меняем руку. Сцепляем руки в пальцах и поочередно тянемся влево, прямо, вправо. Начинаем. Руки так и сделаем рывочки назад, так чтобы чувствовать, что лопатки сводятся. Потом разводим руки. Сцепляем замок, поднимаем вверх и тянемся, а дальше разводим стороны, как будто бы упираемся в стены. Делаем захлёсты руками по обе стороны. Влево, вправо, вправо, влево. Поясницу и начинаем вращательное движение туловищем. Сначала вращаем 10 раз влево, затем 10 раз вправо. We'll be right back.
повращаем ногами 10 раз левой, 10 раз правой. В одну сторону и в другую. Сгибаем колени и делаем вращательное упражнение коленями. И в другую сторону. Также сгибаем колени, но делаем движение вперед-назад, вперед-назад коленями. Поочередно наклоняемся левой рукой к правому носку, правой рукой к левому носку. При этом противоположная рука тянется вверх. Ладонями вниз. Поочередно будем поднимать ноги. Правую и левую. Правую и левую. Закончим комплекс упражнений обнимашками. Сначала в одну сторону, потом в другую. Руки тянутся как можно дальше.
закончили упражнение. Спасибо за внимание.